И привет всем, сегодня мы начнем прохождение Little Nightmares вторую часть. Че, будем задерживаться, так что полетели. Че я тут должен принять? Принимаю. Это все листать надо, серьезно? Музычка такая нагнетающая. Так, новая игра. Да, бог сходи, я сейчас уже обосрусь. Так, надо будет разобраться с управлением, наверное. Так, это мы присели. Так, ну вроде понятно, пойдем. Что? А, вот так бегать. О. Погоди, это что такое? А взять как-то в руки можно? Удерживайте R2 и используйте... А так здесь тоже могу что-то открыть? А нет, здесь не могу. Ладно, пойдем. Ух, ёптать. Для ботинок. А как кинуть? Погоди, тут ловушка, да? Правильно понимаю? Мы вот так спокойно обойдем. Или нельзя обойти? Не, можно. Идем. Чпайк.
Везде, кажется, ловушки какие-то. Так. Вот так сделаем. Пойдем наверх. Да, алло. Вот оно что. Так, здесь присесть. Ебать, он сильный. Ёбнуться. Оно сейчас на меня. Твою мать, надо бежать. Чё? Я чё, сдох? Ну я же бежал. Да в смысле? Юма, еще и прыгать надо было. Погоди, и чё? Что это дупло здесь дает? Не, ну я ж сюда никак не заберусь. Погоди, или заберусь? Опа! Чё? Алло, ты почему не залез? Да что я делаю не так? Все. Ясно. Так, а здесь что надо? О, вот так. Ёб твою мать, я уже думал, все. До свидания. А я здесь заберусь? О, в натуре заберусь. Блять, музыка такая, а? Был. Так, я возьму, короче, себе на запас. Вам же не нужно, правильно? Ой, еще ловушка. Раскапкан. Ой, мы их вот так вот обойдем, да?
А этот закрытый. Палку можно забрать? А как бить? На! Еб твою мать! Чё так громко? Не, то же самое надо проверять, короче, да? Чего, блядь? Вы тут, ребята, полежите спокойно, хорошо? Я обройду вас. Вы не против? Ой. Ой, здесь вообще жестко. Твою мать. Чего? Ни одна не сработала? Да ну. Можно, пожалуйста, взять? Блин, я сдохну, да? Ух, ёптать. Мне кажется, хорошим это не закончится. Тут кто-то есть? Я очень тихо пойду, ладно. Что такое летает? Что здесь летает? Что за перья? Чего, блядь? Это так сработает, нет? А как мне открыть? А-а-а, погоди. Я могу вот это взять? Чини!
И может мы что-нибудь здесь найдем? О! Как громко! Давай так по двери. Бам! Привет, ты кто? Такой. Вообще. Ау. Дай пятюню мне. Ты чё? Ты дурак? Алло. Зачем ты ушел от меня? Я тут, значит... Ну куда ты? Я зачем топор ради тебя находил? Что-то как-то громко. Вы, ребят, меня, конечно, извините. Вы типа кушаете, да? Я тут вас обойду, ладно? По-тихому. Хорошо? И выключай свет. А. Что ты делаешь? Да давай, я здесь. На меня прыгай. Капец, это громко. Надо быстрее. Пойдем быстрее вверх. Там какая-то фигня. Что такое? Погоди. Давай вот так, да, так лучше. Это что такое? А крючок зачем? Погоди, сюда что-то надо вставить. Еще раз. Ну так. Ёб твою мать. А вас можно забрать, мадам? Я вас заберу. Нападает.
Вместе с рукой что? Старая корка. Все, спасибо, блин. Да, подруга, я нашел. Ну чё, давай. И чё? А, нет, все удачно. Ключик? От чего ключик? От чего ключ? Нам явно не сюда. Нам походу обратно. Нет? Куда я сейчас идти-то? Подруга. Подруга. Куда идти? Куда что ли? К бабульке? Не, ну иначе зачем нам ключ? Погоди. А тут можно пойти направо? Нельзя, да? Только вниз. Блин, там видно. А ты так громко было, а там кому-то недовольствуется кто-то. Ух, йоу. О, да мы вышли на улицу. Ух, твою мать. Ну, ребята, я думаю, мы закончим эту серию на этом. А продолжение уже будет совсем скоро. Не забудьте подписаться и поставить лайк.